тур мемориала Алехина выдался не менее интересным и результативным, чем первый. К счастью, несмотря на первый рабочий день, зрителей было достаточно, и они не ушли разочарованными. Сюжет турнира резко обострился и стал достаточно неожиданным и сенсационным. Чемпион мира Вишванатхан получил неважную позицию в партии с Никитой Витюговым. К сожалению, для болельщиков российского гроссмейстера Никита не смог получить максимум из позиции. Вторая партия, которая тоже закончилась ничью, это партия между местным гроссмейстером, рейтинговым аутсайдером турнира Лораном Фрессине и Борисом Гельфандом. Эти две партии выдались довольно-таки боевыми, но обе они закончились ничью после не очень больших осложнений. Таким образом, по полочка набрали все участники турнира, в том числе и те, которые получили поражение в первом туре. Это касается и чемпиона мира, и Никиты Витюгова. Результативных партий было больше, их было три. Одна из них победа Максима Вашье-Лаграва, любимца французской публики, над неоднократным чемпионом Китая Дин Лижэнем. Лижэнь одержал сенсационную победу над Леоном Ароняном в первом туре, но во втором туре столкнулся с очень глубокой подготовкой соперника и, откровенно говоря, с дебюта не вышел. Не было ощущения, что хотя бы в какой-то момент этой партии китайский гроссмейстер близок к уравнению. Вашье-Лаграв победил очень и очень уверенно. Победитель первого тура Владимир Крамник играл с Левоном Ароняном, который как раз и проиграл Дин Лижэню, и Левон приложил максимум усилий для того, чтобы реваншироваться. Надо сказать, что ему это удалось, несмотря на то, что для Крамника Париж почти родной город, во всяком случае турнир это домашний, и по первому туру казалось, что Крамник очень-очень серьезно настроен, наверное, так оно и есть, но Аронян сумел переиграть своего грозного соперника, реваншировался за неудачу в Лондоне и победил. Очень интересная пара двух друзей, Петра Свидлера и Майкла Адамса. Адамс, который в первом туре выиграл у чемпиона мира, во втором туре добился второй победы, выиграл у обладателя Кубка мира. Свою классическую испанскую партию разыграл Микки и в очередной раз подтвердил свое прозвище Человека-паука. Выиграл у Свидлера достаточно убедительно и теперь лидирует в мемориале Алехина с двумя очками из двух.